Пока одни многодетные семьи пытаются решить свои проблемы, другие катаются на коньках. Для больших и неблагополучных семей, а также для детей из Украины 18 января были организованы бесплатные массовые катания. Кто в этот день впервые вышел на лед, увидела наша съемочная группа. Ноги внучки упорно не слушаются, но для первого раза все равно неплохо, считает бабушка Анжелики. Женщина так рада, что ее любимица получает новый спортивный опыт. Первый раз нашла этот ЦИС-комплекс. Сколько слышала, первый раз вот только нашли вот сегодня. Ну, раз теперь мы уже дорожку знаем, теперь будем ходить почаще. Ходить кататься почаще твердо решила и Саша Стельмашова. Она в восторге открытого катка. Молодцы организаторы, что придумали этот праздник, что в Союзе я просто ни разу не была. Очень здорово, весело. Как раз порадовать кировских ребят из малообеспеченных многодетных семей и вызвать у них желание сходить на каток. Вот цель бесплатного катания, организованного администрацией Кирова. Глава города Владимир Быков рассказал об этом прямо на льду, став участником социального проекта. Сегодняшний спортивный праздник для меня значит то, что мы даем возможность детишкам покататься на коньках, попробовать это. Многие из них еще не стояли, это дети с Украины. Поэтому я на своем личном примере показываю, что бояться не надо, нужно выходить на лед и нужно заниматься. Тем более, что на льду можно было не только кататься, но и забивать шайбы, посмотреть химическое шоу и выступления настоящих профессионалов.